До финала хоккейного сезона в Новосибирской области остается меньше суток. Товарищеский матч с участием игроков Сибири и спортсменов-любителей стартует 12 марта в 3 часа дня. Сейчас на реке Орда, где состоится праздник хоккея, идут последние приготовления. Мероприятие организует администрация Ордынского района совместно с нашим телеканалом. Сейчас делаются снежные трибуны, чтобы как можно больше уместить болельщиков. Во-первых, готовятся те площадки, где хоккеисты будут переодеваться, где они будут спускаться. Культурная программа готовится. Очень много работы в эти минуты идет, много техники работает. И, соответственно, готовятся места для болельщиков, где они будут парковаться, всякие таблички, куда идти, где расположиться, где будет зона питания. В общем, сейчас каждую секунду там что-то происходит. Напомню, подобный праздник для болельщиков уже проходил 2 года назад. Тогда хоккеисты также провели двустороннюю встречу с любителями на озере в Маслянино. Матч этого года обещает стать еще более массовым, а новосибирский клуб станет первой профессиональной командой КХЛ, которая сыграет на льду настоящей реки. Подготовка площадки для игры велась практически круглосуточно. По словам рабочих, покрытие порадует даже профессиональных хоккеистов. Сам поединок пройдет в формате 2 периодов по полчаса без остановок времени. Трансляцию обязательно смотрите на нашем телеканале.